В Рязани укрепили мост на остров. За выходные уровень воды в реке Трубеж значительно повысился. В связи с этим в понедельник, 8 июня, к мосту к поселку Остров присоединили два дополнительных понтона. Также рабочие поправили настилы и проверили состояние сооружения. Такого уровня воды в Трубеже местные жители уже давно не видели. Летом никогда такого не было. Вот за 70 лет никогда. А сейчас вот дожди кругом, что сделаешь. Так, приходят здесь ребят с удочками, стоят, ловят. Для людей это хорошо. И малышам так видеть первый раз уточки дикие, как домашние, бобры плавают. Еще неделю назад, пока дожди только начинались, путь к острову выглядел так. Мост стоял на земле, а прогулочные катера не могли пришвартоваться к пристани. Буквально неделю назад наша съемочная группа общалась с местными жителями, которые рассказывали, что Трубеж давно обмелел, а еще поменял русло. Дорогу построили, он весной не успевал в эту трубу входить, когда много воды было. Прорыв прямо вот там, вот напрямую, вот на конце острова. Новое русло, а здесь старится, здесь он ручеек остался. Синоптики обещают жаркое, но неоднородное лето. Пока непонятно, останется такой уровень воды в Трубеже или нет. Но, глядя на большую воду, старожилы вспоминают, что когда-то Трубеж был главной Рязанской рекой. И именно на ней в XI веке был построен Переяславль Рязанский. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».